Привет, Рекс! Может быть, ты хочешь научиться основам сложения и вычитания? Если да, нажми на иконку «Обучение», а потом выбери операцию «Школа». Помощь. Нужны были бы какие-нибудь указания? Выбери, что ты хочешь делать. Нажми здесь, чтобы начать новую игру. Если ты хочешь продолжать начатую игру, нажми здесь. В игре тебя ждет много математических заданий, которые ты должен будешь решить. Если ты чувствуешь, что еще не можешь этого сделать, сначала потренируйся. Для этого нажми здесь. Здесь ты можешь просмотреть полученные ранее открытки, а здесь проверить статистику игры или как ты справился с отдельными математическими задачами. Эта иконка служит, чтобы выключать и включать музыку. Нажми выключить здесь, музыку. Если хочешь, чтобы я помог тебе понять условия игры. Нажми здесь. Включить музыку. Помощь. Нужны были бы какие-нибудь указания? Выбери, что ты хочешь делать. Нажми здесь, чтобы начать новую игру. Если ты хочешь продолжать начатую игру, нажми здесь. В игре тебя ждет много математических заданий, которые ты должен будешь решить. Если ты чувствуешь, что еще не можешь этого сделать, сначала потренируйся. Для этого нажми здесь. Здесь ты можешь просмотреть полученные ранее открытки, а здесь проверить статистику игры или как ты справился с отдельными математическими задачами. Эта иконка служит, чтобы выключать и включать музыку. Нажми здесь, если хочешь, чтобы я помог тебе понять условия игры. Нажми здесь, чтобы выйти из программы. Посмотреть статистику игры. Потренироваться с заданиями волка. Начать новую игру. Потренироваться с заданиями волка. Посмотреть статистику игры. Посмотрим, как тебе удается решать задачи. Помощь. В чем, собственно, дело? Здесь ты можешь посмотреть статистику игры или проверить свои успехи. Это название всех разделов в математике, которые есть в игре. В этой колонке показано, сколько вопросов из данного раздела тебе задал волк. А в этой, насколько из них ты ответил правильно. Если сегодня ты добился успеха, при названии раздела появится вот такая иконка. Эта иконка служит, чтобы выключать и включать музыку. Нажми здесь, если хочешь, чтобы я помог тебе понять условия игры. Нажми здесь, если хочешь вернуться. Вернуться во двор. Привет, Рекс! Рекомендую статистику. Она показывает, есть ли у тебя успехи в математике. Потренироваться с заданиями волка. В чем ты хочешь потренироваться, Рекс? Включить помощь. Нужны были бы какие-нибудь указания? Выбери игру, в которой ты хочешь потренироваться. Нажми здесь, чтобы попасть в школу Рекса. Выбери эту иконку, чтобы сыграть с приятелями в большом математическом турнире. Нажми здесь, если ты хочешь ловить насекомых. Нажми здесь, если хочешь сразиться с волком в поединке памяти. Нажми здесь, если ты хочешь потренироваться в лабиринтах. Выбери иконку, если хочешь учить таблицу умножения на насекомокалькуляторе. Эта иконка служит, чтобы выключать и включать музыку. Нажми здесь, если хочешь, чтобы я помог тебе понять условия игры. Нажми здесь, если хочешь вернуться. Вернуться во двор. Привет, Рекс! Рекомендую статистику. Она показывает, есть ли у тебя успехи в математике. Ха-ха-ха!